Привет, мои дорогие! Нахожусь сейчас в магазине «Ашан». Заехал сюда. Хочется квашеной капусты. Мне очень нравится здесь квашеная капуста. Ну и попутно пройдусь по магазину. Что вспомню, то куплю. А, купил, кстати, уже зашел, вы знаете, в отдел посуды и купил себе такую бутылку для тренировок. Потому что я, когда тренируюсь, у меня всегда вода налита. И очень мне понравилась такая она, ничего лишнего. Прям крышечка так легко открывается, просто, да, попить все легко, пожалуйста, просто. 750 миллилитров такая бутылка пластиковая. Прям классная. Мне понравилось. Нахожусь сейчас рядом с мясным отделом, и захотелось мне, знаете, еще борщ приготовить. Причем, вот я хочу сказать, именно зимой почему-то на меня прям находят. Именно борща хочется, потому что супы я так не особо, знаете, как-то не все люблю, но вот именно зимой почему-то хочется борщ и вот квашеной капусты. Так, не возьму я для борща. Сейчас посмотрю, здесь мясо выберу. Взял мякоть шейки свинины. Ну, борщ. За водичкой иду, воду возьму. Так, в отделе воды. Прям я всегда, у меня всегда каждый день бутылка воды. Так, возьму эту. Так. И возьму газированную надо. Минеральную, то есть. Минеральную воду отсюда возьму. Очень люблю тоже. Так, нарзан. Возьму-ка. И тащить просто не хочется. Возьму бутылку, если честно. Еще возьму, тут две возьму минеральной воды. Очень люблю, знаете, холодильник так поставил. Прям холодненький, прям, о, приятно. Так, значит, я иду сейчас за квашеной капустой. Главное, а то отвлекаешься в отделах. Так. Так, вот квашеная капуста. Так, возьму. Вот эту сладкую. Угу. Мне нравится, как порублена, очень такая на вкус. Разные, видите, и кисло-сладкая, с разными. Это мне нравится именно сладкая. Так, капуста мне нужна обычный качан, но небольшой. Небольшой качанчик мне бы капусты. Так, прям еще поменьше. Стою, представляете, как раз капусту еще привезли. А я роюсь, смотрю, мне качанчик, вот я думаю, поменьше бы какой. Сейчас буду искать. Классно. В общем, капусту мне, представляете, помогли выбрать. Нормальный, да, такой средний. Может, чуть поменьше, конечно, было бы. Ну, хорошо, в любом случае, хороший. Кинзу, надо взять кинзу. Сейчас я пакетик выберу, положу, надо пойти взвесить. Еще и капусту, кстати, надо пойти взвесить. Взвешивать пришел эту зелень кинзу. Так, номер на весах. Угу. Так, печать. Все взвесил. Зашел в отдел овощи, фрукты, и сразу, знаете, так вспоминается. Вот. И сразу что-то нужно еще. Так, грибы. Возьму я, пожалуй, упаковочку грибов, шампиньоны. Шампиньоны. Небольшой, мне много не надо. Да, свежий. Так, вспоминаю, понимаете, вот так вот ходишь в магазине, как обычно. Гавайскую смесь возьму. Пусть будет, пригодится. А, очень мне нравится. Так, как раз я в отделе, где эти замороженные все продукты, такую, вторую такую. Уже набрал тележку. Я что я здесь уже набрал? Так, вода у меня. Так, кинза, капуста главное. Там моя бутылочка, это воды, мясо, шампиньоны. Капустку, вы знаете, я все-таки чуть поменьше возьму качан. Мне просто вот он большеват, все-таки чуть-чуть поменьше. Сейчас все выберу, и, во-первых, ее надо это взвесить. Творог я чуть не забыл.
Я же творога сейчас много ем. Возьму вот этот вот 5%. Так. Иногда, правда, заменяю еще, бывает, йогурт ем на завтрак. Так, ну, йогурт мне сейчас не надо. Вот как-то, вы знаете, прямо одно время прям вот эти всякие трубочки покупал, такие, ну, сладкие. Типа, что здесь? С этой молоко сгущенное, вареное. Ну, короче, вот они всякие с разными начинками. Но я сейчас не буду. Очень вкусно, прям объедался что-то ими. Как-то я сейчас сладкое стараюсь все-таки сокращать. Я же очень люблю прям сладости. Но сейчас немножечко взял себя так в руки, потому что что-то действительно поменьше, чтобы сахара. Чуть поменьше взял качанчик. Сейчас вот его взвешу. Так, все, отлично взвесил. Уже пошел в отдел спагетти, макароны. Хочу спагетти сделать. И вспомнил, обязательно надо, чтобы был это для холодца свиные эти ножки. Возвращаюсь сейчас в эту, посмотрю в отдельную. Обязательно холодец. Прям, кстати, очень-очень жду. Хочется уже холодца прямо. Ах, вкуснятина. Так, взял я эти свиные копытца. 4 штуки такие небольшие. О, рыбка. Рыба свиная. Так, спагетти надо мне взять. Так. Вот эти возьму Барилла спагетти номер 3. Так. Так, соус надо обязательно взять тоже для спагетти. Возьму. Это базилик Барилла тоже. И цена такая сейчас хорошая. Базилику. Ой, сколько прям шоколада. Так хочется, но я себя ограничиваю. Сладкое я себя ограничиваю чуть-чуть. Ну, потому что занимаюсь, хожу в тренажерный зал. И мне, я, конечно, много сейчас ем, так как набираю, да, массу, калорий мне нужны, силы. Но все-таки я так немножечко вот со всеми этими вот такими, знаете, пирожные, шоколад, сладкое, так чуть вот сократил, потому что я прям очень как-то много ел. Так, молоко иду взять. Так, домик в деревне возьму. 3,5%. Угу. Вот это возьму. Так, что здесь еще? Сливки у меня есть. Ну, остальное, в принципе, у меня все есть дома. Так-то... Вот это очень хорошо, что взял сегодня вот эти вот свиные ноги. Переквашенную капусту прям очень хочу. Сейчас домой приеду, еще, может быть, пойду заниматься. Если успею. Надо будет, потому что сейчас что-то приготовить. И... Не знаю, посмотрю, будут ли силы. Красивые всякие, смотрите, для новогодняя, да, такая тематика. Всякие чашки, тарелки с елочкой. Красиво. Прикольно. Ну так, когда вот поставить, декор украшаешь, когда дом очень красиво. Красивые. Мне надо будет еще, пока не покупал, не ездил, но к Новому году какие-то тоже украшения для дома, там елочные игрушки надо будет посмотреть. Пока все времени нету. Надо будет выбрать момент и поехать. Но еще есть время, обязательно съезжу и куплю. А так вот эти всякие, ну новогодние, в праздники красиво что-то поставить. Такое, да, вот новогоднее.
Так, здесь что? Я сейчас так уже по отделам иду. Пытаюсь вспомнить, может быть, что еще надо, что-то, может быть, забыл. А вот тоже к этим смотрю, всякие кружки всякие. Но мне бутылка, то, что я взял себе для воды, в спортзале воду пить. Здесь вот так просто крышка открывается, там закручивается она. Блокнотики еще себе взял, такие парочку. Так, все, пришел на кассу. Так, сколько мне пакетиков? Ну, парочку, наверное, на капусту, главное, не забыть. Так, возьму такой еще, попрошу, там другой пакетик. Так, выкладываю. Так, возьму еще жвачку. Это арбузную. Все, оплатил. Покажу. Спасибо за просмотр, дорогие мои. Не забывайте ставить лайки. И скоро увидимся. Пока. Беговой дорожке хожу. Разминка такая перед тренировкой. Так, 10 минут уже хожу. 15 буду ходить. Потому что всегда перед тренировкой разогреваюсь. Вот, так что все, начинаю заниматься. Но сейчас, хочу сказать, прям сегодня себя все заставил. Пойти именно все равно начинаю. Не знаю, сегодня силовые буду такое делать, упор на них не буду. Сейчас буду разминку. Ну, так что сейчас я планирую походить по беговой дорожке. Так, все, 11 минут уже хожу. На скорости 5,2. Может, конечно, чуть побыстрее. Ну ладно, пока так. Пойду сейчас разминку сделаю. Пишу обязательно на турнике. Может быть, на пресс поделаю упражнения. Посмотрю. И на тренажерах, возможно. С таким, с каким-то с минимальным весом тоже поделаю упражнения. Ну, вот. Потом поплаваю обязательно. Так что вот такой у меня сегодня план. Тренировка на просто, чтобы пойти в ритм. Вокруг все занимаются, прям молодцы. Все. Я тоже беру себя в руки, надо систематически ходить.